Мы на месте. Мы приветствуем Марину, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает. Да знаешь, на ней какая-то пелена, что ли, как сетка накинута сверху. Хорошо, сила моего... Нет, стоп, сканер, отключи эту пелену. Если там есть сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с ними связаны, отключи их тоже, выведи из биополя. Накидка это в виде сетки. Накидка. В клетку отправляю. Готово. Две команды на счет три, сканер сканирует пространство над головой Марины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марины, находит все. Но ни один канал к этой накидке. Гуманоид притянулся. Гуманоид. Откуда ты гуманоид? Сними с него маски. Конечно. Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивая каналы от гуманоида, притягивая всех остальных ответственных, стоят в соседних клетках. Да будет так, а так и есть. Это Грей. У него в руках как арбалет. И рядом рептилоид. Арбалет ушел в соседнюю клетку. Грей получает удар 50 тысяч герц. Рептилоид получает удар 70 тысяч герц. Так. Репт решил со мной поиграться с гуманоидом, да? Неприятные им удары. Они этим арбалетом бросили вот как парашют эту накидку на нее. Во сне они это сделали. Когда это было? 4 дня. 3,5-4 дня. На охоту вышли, да? Со своим арбалетом, да? Ночные запросы приятные. Хорошо, я вам покажу, что мне приятно. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо. Грей и рептилоид. Я готов поделить этот шар на две части и каждому отдать вам ровно 50%. Вы готовы принять? Подожди, мы расскажем. В чем проблема? Что ты мне расскажешь? Ты уже все рассказал. Эксперименты решили делать. Хорошо, принимаем ваши условия. Только непонятно, кто теперь над кем эксперименты делает. Вы делаете запросы ночью и доверяете ответам, но не понимаете, какие ответы и от кого вы получаете. Это был наш ответ в виде подарка, который мы передали во сне. Хорошо, шар входит в меня. Какой подарок запрашивал? Какой был запрос? Запросы разные, мы их слышим. Я повторяю 3 раза свой вопрос. Вторая попытка. Какой конкретно был запрос в этой ситуации? Они знают, они какой запрос. Они на вибрации запроса идут. Люди думают, что они умнее себя, других, и у них есть определенные связи. Они думают, что они получают информацию, но от кого не задумываются. Мы слышим эти вибрации, и нам интересно играть с такими людьми. Ну хорошо, теперь вы знаете обратную сторону этой игры. Я вам ее сегодня показал. Подхожу к Марине, помогаю моей энергии отсигнуть канал к интерферентам под ключком. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь рептилоид с Греем, арбалетом, охотники. Вышли на охоту с накидкой. Говорят, они ответственны за все запросы, которые не по адресу идут. И говорит, что у них такие сюрпризы есть. Я говорю, у нас тоже есть сюрприз. Чтобы запрос ушел наверх, он должен пройти через матрицу, где его поджидают. Вибрации запроса чувствуют. Наверное, слышал выражение «не плачь, не бойся, не проси». Вот он действует на все миры. Берем их. Ты имеешь в виду сейчас, если запрос был не конкретизирован, если не было в нем силы намерения и оппонента, к кому этот запрос обращается, а просто в пространство, то такие запросы попадают автоматически к этим цивилизациям? Смотря какое пространство. Человек должен знать, кто он, какие энергии работают, каким намерением и куда он посылает. Намерение должно быть защищено своими же энергиями. Если человек не понимает и просто слышит и подает какие-то импульсы в пустоту, эти импульсы слышат вот такие.
Все понятно. Благодарю тебя. Охотники в матрице Земли. Да, это разъяснение намного ценнее, чем эти сущности. Благодарю тебя. Их забрали. Хорошо. Что у нас там? Ничего не осталось. Все забрали. Арбалеты. Осталась накидка и арбалеты. Хорошо, под накидкой и арбалетом открою воронку в галактической ядро. 1, 2, 3. Они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Марина, вы это видели сейчас? Вы поняли, что случилось? Поняли объяснение причин? Да, она услышала. Хорошо. У нас остались 20 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Марины. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Марины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас. Обращайтесь ко мне, лорд. Лорд. Приветствуем вас, уважаемый лорд. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной, и у нее остались еще 20 вопросов. 20 вопросов к вам, уважаемый лорд. Будете ли вы так любезны по мере ваших возможностей ответить на эти вопросы? Я постараюсь объяснить доступным языком. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса, с приветствия. Я от всего сердца приветствую своего дорогого куратора с безграничным уважением и почтением. Благодарю его за эту встречу. Первый вопрос. Какого происхождения моя душа? Я бы хотел поблагодарить вас за эту встречу и за то, что мы оказались в этой комнате диагностики. Была проведена достаточно серьезная работа для этой встречи. А теперь перейдем к вопросам и ответам. Итак. Какого происхождения моя душа? Твоя душа ангельского происхождения. Ты ангел-воин. Твои крылья темного цвета, так же, как у меня. Перехожу ко второму вопросу. Какие у меня энергии и частота моих вибраций? Частота ангельских энергий легка, но ангелов-воинов она утяжелена. Она грузкой и ответственностью. Твои энергии ты можешь закачивать и применять те, которые ты услышала. 380 и 26, но не понимая сути закачки энергии, эти цифры ничего не дают. Визуализация поможет тебе наполниться энергиями. Если тебе будет недостаточно, ты всегда можешь запросить еще энергии. 400-420 – это нормальная ангельская частота, так как они очень легко рассеиваются в матрице Земля. Работая над собой, над своими чакрами, твои вибрации также будут увеличиваться. Ты можешь поднимать их от 26 и выше. Чем больше ты будешь работать, тем сильнее ты можешь раскручивать и вибрации в своих энергетических центрах. Я бы не употреблял цифрами и не увеличивал их без надобности. Прочувствуй сперва нижнюю частоту, ту, которая была произнесена сегодня. Когда ты научишься работать с этими цифрами, ты можешь повышать энергии и вибрации. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый лорд. Перехожу к третьему вопросу. Возраст моей души. 27 тысяч лет. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какое число моих воплощений? С рождения душа не останавливается воплощаться, воплощаясь на разных объектах, набирая опыт и переходя с одного состояния осознанности в другое. Продолжай, пожалуйста. Пятый вопрос. Самое яркое и интересное мое воплощение. Я, простите, не понимаю вопроса. 27 тысяч лет я должен найти самое яркое воплощение. Что конкретно вы спрашиваете в этом вопросе? Я бы рад бы вам сказать, уважаемый лорд, но я действительно не знаю об этом. Это писала ваша подопечная, я думаю, вы можете ответить на этот вопрос. Я смотрю на шестой вопрос, и этот вопрос, он звучит так: кем я была в прошлом воплощении, где и когда? Может, вы выберете этот вопрос? Потому что все воплощения важны и интересны. Хорошо, я отвечу по-другому. Ангел-воин проходит многие воплощения на разных объектах, а также проходит обучение
в определенных школах, вернее, в определенной школе, которые обучаются работе со своими энергиями, для чего они и как они работают в разных объектах и структурах, так как только на Земле есть физическое тело, на других планетах и объектах, в звездах, созвездиях, душа пребывает в разных телах, эфирном, энергетическом и так далее. Дальше. У ангела-воина всегда есть свои задачи и всегда есть определенные цели на любых объектах. Вот в разных воплощениях ты собирала по крупицам информацию, правильность поведения и действий. На планете Земля, как вы знаете, чувства и эмоции присутствуют в большом количестве. Здесь мы учимся быть выше по вибрациям и частоте души. Наш стержень, он холоден, спокоен и разумен. Мы не подпускаем к себе эмоции и держим их на расстоянии, чтобы быть физически и эмоционально готовым к любым ситуациям. Благодарю. Благодарю вас, лорд. Это был ответ, я полагаю, на вопрос 5, самое яркое, интересное мое воплощение. И там еще был 6 вопрос, или есть. Кем я была в прошлом воплощении, где и когда? Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь. Ты оставалась ангельской душой в любом воплощении. Отлично. Хорошо. Я перехожу к 7 вопросу. Уровень моего высшего я. Я лишь хочу добавить, что в любом воплощении у тебя были и другие кураторы и учителя. И я твой друг и куратор на это воплощение на планете Земля, так как у меня есть опыт проживания на планете Земля, воплощения и правильного поведения. Я могу со стороны видеть стержень и насколько он поглощен и съеден эмоциями. Именно поэтому я куратор здесь. Все остальные воплощения записаны в твоей книге, в хрониках Акаши. Воплощений было много на разных объектах, как я уже сказал. А теперь давайте перейдем к следующему вопросу. Благодарю вас. 7 вопрос. Уровень моего высшего я. У тебя 9 ангельский уровень и 10 уровень высшего я. Благодарю вас. Следующий вопрос. Кармические долги и отработки. Сколько пройдено и сколько еще предстоит пройти? Я полагаю, это количество кармических узлов. Ты проходишь 3-й кармический узел. Останется еще один. 4 всего. Благодарю вас, уважаемый лорд. Перехожу к следующему вопросу. 9. Какие блоки и модели мышления тормозят и мешают моему духовному развитию? Ты строишь свое духовное развитие на низких вибрациях, смешивая их с земной жизнью и понижая до земных действий. Как я уже сказал, ангел-воин должен быть выше действий на земле, в человеческом муравейнике, я бы так это назвал. Твои энергии намного сильнее, а знания намного выше, чем простые земные сплетни и действия, которые приносят эмоциональное опустошение. Не нужно скатываться и понижать свои вибрации низковибрационными людьми, окружающими тебя. Благодарю. Я сейчас увидел скандал, когда вы говорили об этом, в котором она принимала участие. Я благодарю вас, уважаемый лорд, за это разъяснение. Я перехожу к 10 вопросу. Я его не совсем понимаю, может, вы его поймете. Насколько сильна моя связь с родом моим? Твои ангельские энергии, они сильны. Телепатически мы все слышим друг друга. Телепатически мы все понимаем, какого цвета твои крылья, какие энергии исходят из тебя. Никто из нас не одиночки. Мы все помогаем друг другу и чувствуем боль друг друга. На каких объектах не воплощались бы ангелы. Наша связь безгранична, наши энергии сильны, а наши мысли должны быть чисты и правильны. Связь сильна. Продолжаем.
Я хочу просто заметить, я благодарю вас за этот ответ, уважаемый лорд, но, скорее всего, в этом вопросе она имела, если я не ошибаюсь, связь со своими земными родственниками, дядями, тетями, бабушками, прабабушками, дедушками. Почему я это думаю так? Потому что следующий вопрос, 11-й. Какие знания были переданы мне по роду? Я воспринимаю этот вопрос по-другому. Из рождения в рождение ты получила разные знания. Как я уже заметил, ты училась в определенной школе. Знания магические в том числе изучались на уровне энергии. Но это не магия, которую ты считаешь за эзотерику. Это разные вещи. Здесь работают энергии, вибрации и понимание мира тонких планов. Ты же смешала эти энергии и довела их до низменного, неправильно, земного матричного плана. Эти энергии, они легки и могут идти далеко и высоко, очень быстро и напрямую, телепатическим запросом. Ты же свела их до человеческого понимания, карты, руны и то, что можно материально пощупать и увидеть. Я оставлю этот вопрос для размышления. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый лорд. Все понятно. Идем дальше. 12-й вопрос. Во сне на меня производились магические атаки и нападения, которые я очень четко ощущала. Но кто-то накрывал меня своими огромными белоснежными крыльями. Я оказывалась внутри, как будто под куполом этих объятий. Он оберегал и не давал доступа этому негативу ко мне. Кто это был? Я очень часто накрывал тебя и защищал, но не от магических нападок. Как я уже сказал, ты принесла это и приземлила до матрицы Земли, создав сама себе матрицу во сне и наяву. Ты намного выше и сильнее созданного тобой мира. Ты ограничила себя, я бы сказал, магией. Потребляя это слово, ты смешиваешь сюда низкие вибрации, так как нападения магические делают люди с низкими частотами. В космических цивилизациях тоже есть магия, определенная в высших структурах, но они не станут нападать на незаурядную личность. Им нужны другие энергии и вибрации. Понимаешь разницу? Я так точно понимаю. Надеюсь, Марина тоже поняла. И я надеюсь. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый лорд. Очень интересный ответ. Благодарю вас. Идем дальше. Если вы здесь закончили? Я закончил. Я больше говорю об энергиях. Мы просили задавать вопросы только о своем духовном развитии, о душе. Это была подсказка к прошлому ответу. Энергии ангела-воина, они намного сильнее всего этого. Сильнее земной матричной магии. Могу только подтвердить своими черными крыльями. Благодарю вас. Идем дальше. 13-й вопрос. Мои осознанные сновидения. Перемещение в пространстве, встречи с обитателями тонкого плана, в скобках идет, в основном сущности низковибрационные. Кто и для чего мне это показывает? Запросы по этому поводу я никогда не делала. Извини, я сканировал тебя и получал определенную информацию. Смог бы ты повторить этот вопрос еще раз? Хорошо. Мои осознанные сновидения, перемещения в пространстве, встречи с обитателями тонкого плана, в основном сущности низковибрационные. Кто и для чего мне это показывает? Запросы по этому поводу я никогда не делала. Это просто. Это то, что я объяснил. Ты передвигаешься в нижних слоях матрицы, а там обитают только низкочастотные сущности и сущи. Благодарю. Благодарю вас. Вы меня просканировали? Я не изменился? Я не в этом плане. Тебе самому пришлось пройти трудный путь. Вы правы. И до сих пор ты работаешь над своими чувствами и эмоциями. Это не одного дня дело. Абсолютно верно, это путь. Это путь, и на него надо встать, и его осознать, и понять, и идти этим путем.
Только других вариантов нет. Мы все имеем свои проблемы на Земле, но мы имеем точно так же и то место, откуда мы пришли, и должны нести это знамя, этот свет, эту искру дальше, выполняя свои задачи. Наша задача является, например, то, что мы делаем. Я благодарю вас, лорд, и простите за это лирическое отклонение. 14-й вопрос. Во снах мне часто приходят подсказки, четкие описания произошедших событий или предшествующих событий. От кого они транслируются, или это моя интуиция? Я бы назвала это порталы, в которые ты попадаешь иногда. Твои энергии, они все-таки несут высокий уровень знаний. Секунду. Высокий уровень знаний. Я имею в виду твои прошлые воплощения и полученный опыт. Не надо думать, что ты выше всех или больше знаешь, чем другие. Тем не менее, с твоим пройденным опытом и накопленными знаниями, с твоими определенными энергиями во сне ты попадаешь в определенные каналы, синхронизируешься с ними и получаешь информацию. Что еще было в этом вопросе? Секундочку, сейчас посмотрю. Мои осознанные сновидения, перемещения в пространстве, встречи с обитателями тонкого плана, в основном сущности низковибрационной, кто и для чего мне это показывает? Запросы по этому вопросу я никогда не делала. Вот этот вопрос. Это был предыдущий вопрос. 14-й вопрос у нас. Во снах мне часто приходят подсказки, четкие описания происшедших событий или предшествующих событий. От кого они транслируются, или это моя интуиция? Каналы – это твои энергии и каналы, в которые ты попадаешь. Твоя интуиция активируется во сне, но не всегда ты попадаешь в правильные места. Активируй свои ангельские энергии, совмещая их с интуицией, защищая свои энергии, тебе будет проще и чище видеть и понимать картинки. Это порталы, в которые ты попадаешь. Твои энергии дают о себе знать. Информация поступает. Благодарю. Благодарю вас. Это был 14-й вопрос, 15-й вопрос. Меня тянет в магию, ее изучение и познание. Причем с очень раннего возраста. С чем это может быть связано? Это связано с родом твоей деятельности, с родом твоей души, а также связано с прошлым опытом и обучением. Ты должна знать многое из мира, как ты говоришь, магией. Я бы назвал это энергиями и определенными манипуляциями, которые ты изучала в школе. Определенной школе. Эти знания у тебя есть. С детства ты вспоминаешь о них. На Земле ты ищешь что-то подобное. Поэтому приходят материальные вещи. Как я говорил уже выше. Поднявшись знаниями выше этого, ты научишься работать с энергиями, если захочешь. Знания, полученные на Земле, также помогут тебе в этом. Я хочу добавить, что знания о работе с энергией, магиями, как ты говоришь, эзотерические и другие манипуляции как нижних, так и верхних миров ты изучала в школе для своей защиты. Мы же работаем с чистыми энергиями, без манипуляций и заклинаний. Но чтобы защищать свои энергии, нужно знать, чем живут разные мира. Именно эти знания в тебе ведут тебя всю жизнь. Именно поэтому ты ищешь ответы на эти вопросы. Благодарю. Благодарю вас. 16-й вопрос. Причина моего внезапного заболевания – онкологии груди. Для чего это произошло со мной? Твое тело физическое обрамлено тонкими телами. Тонкие тела и физическое тело работало на низких вибрациях. С энергиями, которые есть в тебе, это недопустимо. Низкие вибрации нашли
слабое место своими родными энергиями. Ты можешь излечать из себя и выдавливать весь негатив. Вибрации ты можешь повышать в месте пробоя, удаляя его и излечая свое физическое тело. Но для этого нужно понимать природу своих энергий и силу своих энергий. Благодарю. Благодарю вас. 17-й вопрос. Воплощались ли ранее моя душа и душа моего супруга Павла совместно? Была ли связь в прошлых воплощениях? Очень интересно. Я просто просматриваю ситуацию. Вы не воплощались вместе, но ты была его куратором, как и я сейчас твоим, в одной из его жизней прошлых, на Земле, в одном из его воплощений. Он не ценил жизнь и довел себя до раннего ухода. Ты, как куратор, не справилась с задачей. Не достучалась правильно до него, отвлекалась на другие действия. Очень интересная связь. В этом воплощении вы поддерживаете друг друга. Ты ведешь его, но он спасает тебя. Такое общение. Энергетически вы связаны и дополняете друг друга идеально. Благодарю. Благодарю я вас. Мы остаемся на этой же теме. 18-й вопрос. Кем мы приходимся друг к другу с супругом Павлом на духовном плане? На духовном плане вы ангельские души, проходящие определенный опыт. Как я уже сказал, на земном плане вы идеально по энергиям подходите друг к другу, дополняя друг друга энергетически. На духовном плане вы пока что друзья, набирая опыт из воплощения в воплощение. Что будет в дальнейшем на духовном плане, я не могу сказать. Иногда души соединяются, передавая энергии друг другу, и выбирают общий путь в следующих воплощениях на других объектах. Но это будет в дальнейшем и будет зависеть от вас. Благодарю. Благодарю вас. 19-й вопрос, предпоследний. Мой выбор, путь духовного развития. Быть в рядах воинов света. Правильно ли я понимаю свое предназначение вступить в сражение с интерферентами и деструктивом, нести добро осознанным людям? Или у меня другая программа? Я бы хотел по-другому объяснить и интерпретировать этот вопрос. Ты уже являешься воином света. Ты уже несешь энергии добра и света. Но из 19 вопросов я не услышал вопрос, как с ними работать и на что они похожи. Без этого знания, без стержня внутри, без представления, как он выглядит, как он защищается, расширяется, без знания своей глубины, ты будешь просто, я бы назвал это солдафоном, получающим приказ. Твои энергии, они гибкие, в них есть знание и осознанность, но также в них есть мягкость и искусство. Какой следующий шаг принимать? Решать только тебе. И только своим сердцем. Сердце, ум, твой стержень и энергии вокруг тебя должны быть одним целым. Только так ты сможешь быть выше земных сует и проблем. Только так твоя осознанность действительно продвинется в своем развитии. Я приведу небольшой пример. Можно считать себя очень осознанным, развитым, обученным человеком, но выходить на улицу и ругаться с соседом по мелочам жизни, насколько его забор заходит на твою территорию на 2 или 5 сантиметров. Понимаете, о чем я говорю? Есть у нас такой феномен, вы правы. Пока эти низкие вибрации и действия не будут поняты и осознаны, духовная планка
не поднимется. Я имею в виду общая духовная планка энергии и вибрации не сможет подняться на определенный уровень, чтобы стать настоящим воином. Можно получить знания, но когда твои вибрации тянут тебя вниз, ты не сможешь их правильно применить. Ты сможешь навредить себе и окружающим. Я говорю о чистоте как внутри, так и снаружи. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый лорд. У меня остался последний 20-й вопрос. Совет от куратора для прогрессивного духовного роста, осознанности, гармонии и повышения моих вибраций. Я уже много говорил про повышение вибраций. Задавая такой вопрос, я делаю вывод, что вибрации и их число были не поняты и не прочувствованы. Повышение вибраций – это всего лишь слово. Мой совет, мой позыв, мой призыв и мое желание – это чтобы от слов ты перешла к действиям. Повышение вибраций. Нужно ли оно тебе? А прочувствовала ты вибрации, которые уже запросила? С этого и начни. Чувствовать вибрации, видеть энергии, понимать, как они проходят через тебя. Чувствовать ангельскую связь. А если тебе все это? Когда ты поймешь это внутри себя, найдешь, где это находится, как выглядит, как вибрирует, тогда ты сможешь увеличить свои вибрации или уменьшить, закачать больше энергии в каждую чакру по надобности. Тогда ты сможешь работать со своими энергиями. Это и есть осознанность, осторожность и анализ того, что ты делаешь и запрашиваешь, понимание этих энергий и свою суть, важность понимания этого перед каким-либо действием или помощи другим. Внутри тебя очень большие энергии, которыми нужно управлять. Постарайся прочувствовать их. Постарайся увидеть, как они проходят через энергетические центры твоего биоробота и тонких тел. Слова, которые ты говоришь, постарайся почувствовать, увидеть, визуализировать. Я говорю о вибрациях, энергии, осознанности, стержни внутри тебя и ангельских энергиях твоей души, твое намерение, насколько оно плотное, как оно выглядит. Задумайся, пожалуйста, об этом. Посмотри внутрь себя. Оттолкнись от этого и начни подниматься в своей осознанности, не тратя время, эмоции и энергии на низкие вибрации, как я уже сказал выше. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый лорд. Заключительные слова остались от Марины. Я безгранично благодарна за представленную мне возможность осуществить эту встречу. Я безгранично благодарна за все ответы. Я безгранично благодарю за вашу поддержку, за вашу заботу и помощь вашу. Принимаю и благодарю. От себя посылаю вам энергию любви и благодарности. Я принимаю энергию любви и благодарности. Это очень приятные энергии. Дай мне твои руки. Я покажу, как выглядит твой внутренний стержень. Это светлый поток, приходящий извне и уходящий в землю. Он проходит через тебя. Это ангельские энергии, ангела-воина. Они похожи на канал, защищенный канал. Его никто не видит в твоих интересах и в твоем безопасности делать этот канал невидимым, закрытым, как труба, которую никто не видит. Но внутренний свет, он никуда не исчезает. О нем знаешь только ты. Не только знаешь, но и чувствуешь его. Чувствуешь его вибрации, чувствуешь его силу, его знания.
Это то, что ты должна научиться делать на физическом плане. Готово. Благодарю вас, уважаемый лорд. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Мы каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, делаем всегда один определенный подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора лорда, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Великолепный подарок. Благодарим вас. Очень приятный для моей души. Я бы хотел обратить внимание Марины на то, как я реагирую на приятные и неприятные вещи. Внутри я очень рад, но мои эмоции сдержаны и равны. Мои вибрации не опускаются и не поднимаются. Это то, о чем я говорил тебе. Мой канал, он невидим. Мои энергии внутри. Это моя сила и мое намерение, которым я могу руководить по моему желанию и ситуации. Вспоминай про это и научись это активировать матрицы Земли. Благодарю всех за эту встречу и за прекрасный подарок. Благодарим и мы вас, уважаемый куратор лорд. Передавайте привет ангельскому миру. Мы рады будем всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы им открыть двери, в которые они дальше пойдут сами. Благодарю. Благодарю я вас и всего вам наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Марина, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы? Очень интересные ответы. А самое главное, я прочувствовала и увидела эти энергии внутри меня, защищенные этим каналом. Это очень ценно. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.